Друзья, с вами я, Никсаланд, и сейчас будет моя самая нелюбимая лестница. Это ледяная лестница. Вот она. Знаете, почему я ее не люблю? Потому что вот что случается, если ты когда-то будешь на ней ехать. Короче, я попытаюсь пройти эту игру и залезть до самого конца и увидеть, что там в конце. Так, давайте, давайте. Ой-ой-ой. Ладно, давайте без прыжка попробуем. Мне кажется, это невозможно. Без прыжка. Кстати, вот тут вот будет написано... Я даже не одну из четырех. Я только в старте сейчас нахожусь. Нет. У меня полусидит, смотрите. Ой, нет! Ай, ладно, а что мне уже делать? Я хочу упасть. Так, Винт Лидерборд. На втором месте Робзи Гейм. Это Робзи. Я на него подписан и советую вам очень прикольный ютубер. И он тоже играет в эту игру. Играл. Но я, мне кажется, скоро уже не буду играть из-за того, что я сейчас реально, мне это уже сложно. Реально, я могу, может быть, ну... Я хотел на борт. Да что мне еще делать? Снимать штаны и бегать. Ладно. Сейчас я попробую пройти наконец-то эту фигню. Так. Давай. Так. Ну, что там получилось? Давайте, я должен пройти эту игру. Я должен. Нет! Видели? Меня туда толкают просто бесконечно. Я могу за бортики улететь просто. А не вниз из лестницы. А за бортики просто меня туда просто толкают. Я могу случайно зайти на прыжок. И тут-тут-тут-тут-тут. И укатиться так же, только вон туда вот. Еще хуже. Да, ребята. Поэтому подписывайтесь на канал и поставьте лайк. Ну, а мы попробуем сейчас это пройти. Давайте, ребята. Давайте. Нет, ребята, я упал, ребята. Так, ребята, давайте попробуем это пройти. Может быть, лайки меня поддержат. Плиз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ребята. Нет. Так, шкрами, дом, ес, шкрами, дип, шкрами, дабль. Так. Давайте. Я хотя бы сделал. Нет, я еще на старте. Нет. Новогодняя музыка, я ее упускаю. Сделаю почистенью. Ой. Нет. Давайте я сделаю за Лусиан. И сделаю тут ее почище. Так. Вот так вот. Да хватит уже падать. Если я давно не падаю, значит, скоро упаду. Ладно. Нет! Я уже одну из четвертых. Я хотя бы столько сделала. Это... Может быть, уже хватит?
падать. Ладно, ребята. Эх, я уже устал. Посмотрите, какой красивый вид. И как уже высоко я поднялся. Но, ребята, это очень сложный челлендж. И, как говорит Робби, и я понял, что это правда. Чем я выше, чем мне холоднее, ребята. То есть, вы поняли, мне сейчас... Вот если сейчас я поднимусь до самого конца, ждите меня с заболевшим. Ой, нет. Ой, нет. Поставьте лайк, если вы не хотите, чтобы я болел. Ай! Так. Давайте. Поднимайте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Подожди, я уже кашлять начал. Я сейчас реально заболел. Не, ребят, мне реально очень холодно стало. Тут уже очень высоко. Я не знаю, вот я почему туда за космоса нет? Мне кажется, я уже до космоса почти уже дошел. Кажется, конец это уже где-то в космосе будет. Нет, ну хотя небо, говорят, бесконечное. Смотрите, мне там еще далеко. Я там стену какую-то вижу. Какой-то пол там в конце вершины. Там не было, то есть, еще дыры, чтобы смотреть еще более наверх. Или просто у меня еще не загрузилась там карта, то что это так высоко. Или просто то, что это уже конец, я близко к концу, так быстро. Ладно. Ребята, нет! Ай! Так, нет! Да почему я падаю с этих ступенек? Давайте. Так, знаете что, ребята, я просто выключу, мне не надо эта музыка. Так, ребята. Мы должны подняться. Нет! Я падаю. Ладно. Давайте поднимусь. Так. Давайте поднимаюсь. Я упала опять. Нет. Это невозможно подняться. На этой лестнице... Невозможно подняться просто, я вам говорю. Это реально невозможно. Я буду подниматься и просто сдать. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Я уже сделала half-way. Это типа как... Больше половины, типа, или как это там переводится. Так, я уже почти, ребята, дошел. До вершины. Так, ну-ка, может быть, отсюда у меня там уже загрузится. Кажется, у меня просто... там реально видно! Но оно очень далеко. Я не знаю, но это просто невозможно туда добраться. Как будто вот это вот, видите, вот эту вот полоску, вот эту вот, которая внизу моего персонажа, вот эту вот, и там наша персонажа где-нибудь находится. Как будто она должна быть... Побольше, а то я не знаю, там я видел конец. И реально там нам еще годами просто подниматься. Так, ну-ка давайте посмотрим. И там не очень видно, но... Да, он просто еще... Я не понимаю, но... Я понял. Я не знаю, как я так быстро поднялся. Но теперь он вообще близко стал быть.
Ну, то есть не близко, как бы. Наверное, это просто багет. Не загрузки карты. Может быть, уже хватит падать. Там, может быть, уже реально хватит. Вот, посмотрите, вот там еще и вот, видно конец. Вот, 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 вот. А хватит уже падать, плиз. Ой-ой-ой-ой, как холодно, я хочу уже скорее подняться. Так, надо подождать и поднимаюсь. Сдать. Подним. Вот так вот надо делать, чтобы это... Так, 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 вот я уже близко совсем на этой. А, поднимаюсь высоко опять. Высоко, высоко, высоко поднимаюсь. Ух, ух. Давайте. Так, посмотрите, как там еще близко. Вот оно. Оно прямо просто уже там. Я уже просто сделал третью из четырех. Это просто уже конец, понимаете? Это уже как бы я на фин. Просто уже к концу. Почти. Значит, что я сделал 75%. Вроде бы как. Давайте. Плиз, плиз, плиз. Ребят, давайте посмотрим. Все. Ребята, это так близко до нас. Вот оно, так близко. Ай-яй-яй-яй. Давайте. Давайте. Не узели, ребята. Не узели. Нет, 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 не падай, не падай, плиз. Вот уже хватит падать, реально. Я это достала. Да хватит уже. Ух, я чуть не упал в самый низ. Пожалуйста, тут уже тень идет. Есть, есть, есть. Да, поздравляю, вы выиграли. Нажми на золотую кнопку, чтобы вернуться и к началу и начать все сначала. Зачем мне начинать все сначала? Тут буду все время находиться. Боди! Это просто жесть. Я не понимаю, как Робзи добрался 1100. Один? Чего? Это просто невозможно. Посмотрите, первое место это 3 раза, то есть даже у меня есть шансы добраться в топ. Ребята, а давайте я не видео накоплю и попробую попасть в топ. Давайте. А, он сейчас обновляется. Если что, все будет нормально и... Да, останется 3 победы. Короче, ребята, всем пока.